Более 5000 первоклассников в предстоящем учебном году пойдут в школы Якутска. Эти цифры прозвучали сегодня на встрече главы города Айсана Николаева с директорами учебных заведений. Планируется, что из детских садов города в этом году выпустится 4700 детей и больше 500 прибудут из районов республики. И сейчас идет активная работа со школами по созданию дополнительных классов. Добавим, что запись в школы продолжается на сайте образовательных услуг и во всех филиалах МФЦ. Количество детей, которые у нас пойдут в первые классы города Якутска в этом году точно превысит 5000 человек. Вот. Есть все предпосылки, что это, наверное, займет где-то 5100-5200. Вот. Это на самом деле достаточно серьезно, потому что всего лишь несколько лет назад у нас число первоклассников не достигало даже 4000. Вот. И, конечно же, проблема вот переполненности наших классов, особенно на сегодняшних начальных классах, она имеет место быть, и нам надо с правительством республики этот вопрос очень серьезно решать, в первую очередь через увлечение вообще площадей в наших школах города Якутска.